Приближается Великий День Победы Советского Союза над фашизмом. За эти 60 секунд я напомню, что делали нацисты с детьми в Польше. Самыми легко уязвимыми жертвами нацистов были дети. Немцы и их союзники уничтожали детей вследствие идеологических причин. Посетив польский концлагерь Освенцим, я узнал, что попав на фабрику смерти, детей селекционировали, использовали как рабочую силу, проводили жестокие медицинские опыты, как это делал ангел смерти доктор Менгеле. В Освенциме погибло много детей от холода, голода и разных болезней. Самых слабых и бессильных детей сразу отправляли в газовые камеры. До мая 1943 года все дети, родившиеся в Освенцимском лагере, зверским способом умерщвлялись. Их топили в бочонки. Это делали медсестры Клара и Пфани. 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта под командованием русского маршала Ивана Конева был освобожден лагерь массового уничтожения Освенцим. Сегодня европейская и украинская власть стали забывать, как это было. Кто забыл прошлое, к тому прошлое придет и напомнит о себе. Согласны? Тогда поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение.